Дация, и это профи, и это... Я не знаю, что это еще. В общем, ладно, мы будем тащить, я думаю. Если меня опять не сольют. А меня, наверное, не сольют. Блин, он взял снайпера, блин! Почему не штурма? Кто ж тащить-то будет? Я с этими... Даже не знаю, как называть-то. Как я с ними буду тащить вообще играть? Во что вообще? Ну ладно, посмотрим, что будет сейчас. Ну что ж, мы начинаем играть. Когда? Это задание гораздо опаснее всего, с чем мы сталкивались ранее. Мы идем в пасть врага, штаб-квартиру Блэквуд. Разведка сообщила, что так. В здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Вы должны взять так, его живым ладно. Или мертвым. Не дайте ему уйти. Ладно, так. Дальше. Здесь пробегаем. Бежим сюда. Сразу валим того, кто находится здесь. Да, и сразу валим того, кто находится в... Снял стрелка. Продолжаем движение. Конечно, можно его не снимать, но ладно, это не важно. Сидим сюда. Чё, вообще, что ли? Как вы играете? С галом. Вот и всё. О, новый добавили вышибатель мозгов? Шикарно, шикарно. Теперь уже не мозголомы, да? Пошли! Терялся! Чё палишь-то в этого? Ну, тебя. Блин, ты чё палишь меня? Идиот. Идиоты, идиоты. Придётся зачищать этаж за этажом и взламывать коды доступа. Я дам знать, когда мы будем готовы. Ладно, ладно, ладно. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Сразу идем сюда и сливаем того, кто выйдет отсюда. Стрелок убит. Есть, попал. Ну, ладно. Стрелок убит. Побежали. Лифт готов. Так, все. Наш я почти вышел. Отек, что к вам ну зачем? Вертолет. Они такие, всего, я попаду туда, а они пойдут дальше. Охрененно. Вы должны добраться до вертолетной площадки, пока вертушка не приземлилась. Сейчас? Ну ладно, пофиг. Думаю, ничего нормального. Контрольная да. Точка. Боезапас пополнен, они игроки воскрешены. Обычно. Начало. Так, я же говорил. Здесь. Так, там дальше. Сюда. Хопана! Осторожно, граната! Тихо. Снимаем, снимаем. Стрелок убит! Патроны, здоровье и броня восстановлены.
Игроки воскрешены. Тайме сливают? Я убил стрелка! Так, там кого-то завалили уже из наших. Тихо, блин. Стрелок убит. Повторяю, стрелок убит. Дай встану, дай встану. Пошли дальше. Так, тихо. Вот доступа получил. Завали меня. Ах ты тварь, я тебя отключу. В тот раз. Я все еще на первом месте. Ну ладно. Мы готовы к зачистке следующего. Намного на первом месте, да. Хоть по делам я маленький, но, ребят, я выполнил атаку. А это еще очков. Я думаю, это круто. Мы анализируем данные, полученные с серверов Blackwood. Я дам знать, когда мы выводим из них что-нибудь важное. Бам. Далее, контрольная далее. Точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Сейчас здесь будет жопа. Отвечает. Тихо, тихо, тихо. Опа! Тихо. Я этих здесь буду сливать. Граната пошла! Так. Так. Хватит патронов? Давайте я всё-таки перезаряжусь, я всё-таки слышу. Чё? Кого там слили и почему? Так. Так. Так, опа, опа. Я прикрыл вас. Чё? На! Еще, блин! Давайте к лифту. Ну! Рез, 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 рез! 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 Быстрее! Мне нужен драйв! Быстрее, 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 быстрее! Резы, 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 резы! Эти гады в меня попали! Переходите на следующий этаж! Пиздец, косоруки, ладно, пошли. Да чё ты меня палишь-то, блин, достал? Как я тебе помогу? Не могу-то, блин. Но! Поехали. Я выбежал в последний момент. Ладно. 330 патронов, охренеть. Место 200, это дофига. Довольно-таки. Контрольная точка. Так. Боезапас пополнен, окей, игроки окей. Воскрешены. Сейчас будет здесь жопа, конечно же. Ну ладно. Это пофиг. Это пофиг, так. Значит, мочим тех, кто идет у нас с палками. Тех, кто с палками. Так, с палками осторожно бегаем. По кругу можно здесь бегать, чтобы у вас не слили. Ну, ладно. Так, кто слили? Третий, ладно. Сливаем их как можно. В общем, сливаем их, сливаем. Так. Еще одного. Еще один килл. Так. Бегаем, 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 бегаем. Убиваем. 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 Дай патроны его. Тихо, дай патроны. Там. Куда ты смотришь? Стал. Опа-на. Попал. Прилог нейтрализован.
Будет немного больно. Так. Ну что вы смотрите куда? Шестой уровень уже. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Сюда. Игроки воскрешены. Здесь сейчас мы будем тащить. Ну, я так считаю. Здесь именно щиты, щиты. Блин, патроны! У меня же не было. Я забыл. Ладно. Давай. Будешь вставать? Пошли. Да, еще перезаряжусь, подожди. Помогите ему кнопки, не понимаю. Ты зачем меня убил, дебил? Палит. Я сейчас завалю, вы понимаете? Сейчас тебе станет лучше. Я перед тобой в долгу. Как больно! Ты как раз вовремя. Так. Стрелок нейтрализован. Давай! Пошли. Лифт в порядке. Так. Отряд, продолжаем движение. Так. Элис была старшим аналитиком в лондонском банке Брейман Брат. После падения фондовых рынков Элис и ее семья, как и несколько тысяч других мой людей, уровень. Просто исчезли. Затачили, некая сегодня. Радикальная партия правосудия. Я так думаю. Люди, потерявшие все свои деньги, так, открыли сейчас, на да? банкиров настоящую охоту. Мне почти стало жаль. Так, ладно, дальше что? Почти. Дальше что у нас? Так, дальше что? Достигнута контрольная точка. Так, значит... Значит, в чем? Значит, что мы делаем дальше? Так, ищем их. Вот они. Вот он. Так, еще здесь где-то должен быть. Где-то должен быть. Там. Тихо, прикройте меня. Тихо. Резы. Я пока их сбиваю. Тихо. Код доступа у нас, шевелитесь. Так. Закончились патроны. Надо брать патроны. Теперь все должно работать. Идите к лифту.
Ну, а где еще один? Осторожно! Где еще один? Пошли. Даже представить не могу, что случилось с ней. Кому и другими работниками Брейн. Но известно, что эту охоту на ведьм пережила только Эллен. Эх. Ей удалось бежать в США, где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Окей. Ждем, 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 ждем. Этого убиваем. Этого убиваем. Не успею, блин. Кто-нибудь прикройте меня. Проклятье, меня задело. Так откуда он взялся-то? А, здесь, здесь. Где? Блин, откуда? Тихо, где вы? Тихо. Где вы? Я пока перезаряжусь. Так. А, блин! Бегом. Сюда. Код доступа у нас. Шевелитесь. Так. Всего через несколько месяцев Урсула предложила американским толстосумам помощь в защите их сбережений. Ладно. Эта женщина – финансовый гений, и я ничуть не преувеличиваю. Так буквально в одночасье родилась корпорация Blackwood. Окей, идем патроны, дальше. Здоровье и броня восстановлены. Прежде игроки все воскрешены. За это? Нет, не за это. Куда тащить? Где тащить? Куда тащить? Что тащить? Блин! Убейте! Так. Стрелок убит! Пошли! Ну конечно! Так, ладно. Пипец ты мастер. Пипец ты мастер. Ладно, хоть что-то.
хоть как-то прошли. Ладно, $372 мне хватит, я думаю. Ну а мы, наверное, идем теперь на РМ, я так понимаю. Наверное, мы идем на РМ. Я не знаю, куда мы идем. Сейчас посмотрим. Ну что ж, пока что стрим продолжается. Мы начинаем дальше играть. Спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи. И всем, ребята, конечно же, пока.